Нас не прими, Господи, за пьянство, прими за лекарство. Да я горчу. Вот и все, теперь пей и никогда не забывай. Да, огурчик. Это у нас лекарственное. Красиво. Ого, это да. Ну такой вырос, и мы такие. А Николая еще нету. Я помидор есть. Не надо, сынок, мы будем это нормально. Покажешь, там скажешь, с огурцами они, с чашками, с ножами. Скажешь, то ли бандиты. Как есть, так есть. Помидорчик вдруг присылает. Пелененьким по залогам. Сел за столчик, нахилился, а сам тяжко зажорелся, а сам тяжко зажорелся. Вышла мати з кімнати, вийшла мати. Что Василька, что ты сынка, что не пьешь и не гуляешь, что не пьешь и не гуляешь. Тогда буду петь. Да злой мати в дугу взяти, да злой мати.
дозволю вдову, брати, не дозволю вдову. Ну, тоже вот родители пели. Это уж когда это? Что мы кого, что маленькие были? С украинским, да, с таким акцентом, да? Да, ну, вот такой акцент вот так они. Ну, они приезжали, жили тут и пели, и от них научились. Украинцы, с Украины же много приезжало. А Бориха там и сейчас хохлы. Бориха. Украинский сел. А люблю вообще хохлы. Чтобы все бы на лавочке я сидела, да все бы на милого доглядела.
догнала. Чанчере догнала, не посмела сказать здравствуй, бо мати стояла, не посмела сказать. Скажите, вот рушники вот вы принесли, это вот ваши, да, все? Конечно. Это вот, ну, вы... Сами делали. Ну, вы можете рассказать немножко, кто делал, когда они сделали? Вот этот рушник вышивала тетя моя. Ага. А примерно сколько вот ему лет? Сколько лет? Душу лет 70. Она, эта тетя моя, была с этого... 1998 года. 899-го, наверное, да? Да ну, это уже... Ну, один год она в том году прожила. Вот. Ну, в общем, она молоденькая вышивала. Угу. Ну, где-то 70, да, где-то? Сейчас 70. Больше. Она уже давно умерла. Нет, 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 нет. Рушнику. Рушнику? Ну, 75-80 можно. Где-то 80. Да, она умерла в 80. А вот этот вот... Крестом вышиты вот это. А это крестом я сама вышивала. Вы, да? Не, вот это. Это не вот этот вот. А вот это я. Вот я... про это мы рассказывали. Тетя вышивала. Тетя вышивала. А, про этот рассказывали. Да. А я думал, это тот. А вы вот этот смотрели, вот эту тряпку. Это я. Кулебала. Да, да. Призналась. А вон платок еще. А вот это вот платок. Давайте я платок. Давайте, расскажите. А я забей. А вы слишком. Я пойду. А дай подремнуть. Честно. Да, это мне мама на Пасху этот платок, вот если я не слушала, она мне не давала. У меня мама умерла. Вот этот платочек она любила и всегда в нем ходили на гулянку. Мама моя с 905 года. Вот я его храню. А я была маленькая, и вот если я не послушаюсь, она мне не даст его накрыть. И мы были двое с сестреночкой, она не даст накрыть, а ей даст. Она пойдет, а я сижу, плачу, нечего накрывать. И вот я так берегу его, он уже, это сколько вот ему лет, она, если она по молодости была в нем, то ему я уж не знаю даже сколько лет. Тоже лет 70. Да. Больше. 80. А у меня мама умерла в 74 году. Ей, а с 905 она года. Вот сколько ему лет? Вот давайте придумаем. Вот такой платочек, я его храню. А еще принесла вот это тут. А это полотенце, вот это я сама. А вот. И встречала своего сыночка. Да? Да, да, регистрировали. Ну, я лишь его разорвала, ну там вымазали, я его взяла, порвала, хотела забросить. Но потом потребовался. А это вот подружки мои. Ага, а вот это моя тетя делала. Тоже ей 85 лет, она умерла.
сама она и пряла вот это, ткала, ткала, да. И вышивала вот так, хоть сказать. Да. Не взяла, вот ходили Пасхи светить, заворачивали в эту салфеточку. И приносят, значит, расстилают на столе, это все свеченное на этой салфеточке. Чтобы никуда не делась эта крошечка. А потом, значит, когда пообедают, все, сворачивают эту салфеточку. И все. И вот пока это свеченное все не съедят, эти крошечки никуда не девают. А потом скотины отдавали.